обеспечивают круглосуточный контроль за транспортными потоками, исключают субъективный фактор при оценке нарушений. По программе «Безопасный регион» в Щелковском районе в 2018 году установили 12 видеокамер в 10 местах. Система фото-видеофиксации ставится на плановой основе в течение уже нескольких лет, применяется при дорожном движении, да, и фиксирует нарушения скоростного режима, также фиксирует нарушение правил расположения на проезжей части транспортных средств и установлены в необходимых местах. Размещению видеокамер в районе предшествовала работа по уточнению наиболее сложных и проблемных участков дорог, где неоднократно регистрировались нарушения правил дорожного движения, которые приводили к ДТП, в том числе и с тяжкими последствиями. С момента установки данных камер дорожно-транспортных происшествий подобного вида не зарегистрировано. То есть они как бы и дисциплинируют водителей, эти места обозначены в Яндекс.Картах, да, и когда водители знают о том, что они приближаются к этой камере, они уже снижают скоростной режим, стараются пропускать и пешеходов, и располагать транспортные средства в соответствии с дорожной разметкой и соблюдать различные знаки. Все данные о нарушениях дорожного движения поступают в диспетчерские центры, образующие единую информационную службу Московской области, и в отделение полиции всех муниципальных образований региона. Таким образом, у сотрудников правоохранительных органов появилась возможность оперативно получать доступ ко всему архиву информации и быстро реагировать на возникшие ситуации на дорогах. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».